Раз. Бам-бам. Фу, колено. Сюда вытягиваем. Раз. Вытянули чуть назад. Закрываем, если чтобы он не бил в эту сторону. И подбираем. Поймали. Мы сейчас будем ловить его. Будем работать на этот удар. Когда он бьет, важный момент. Пушкика, когда вы бьете, его если вы ловите, отходить не надо. Если вы отводите, то только после того, когда поймали ногу. Вот здесь сложно ее поймать, если кто-то хорошо будет перейти к вам. Пушкик, если будет разворачиваться, бить. Поэтому ноги держим крепко на, как говорят, чувствуем, да, жестко. Опору чувствуем. Для большой прессинг на левую ногу не делаем. Делаем в центре все. Теперь он бьет, когда пушкик, корпус просто чуть-чуть. Вот так не надо принимать пушкик, потому что сильный удар на корпус приходит. Поэтому разворачиваем чуть-чуть ногу, корпус, чтобы, если что, нога сползала. Вот, ну, плотная длина, плотное тело. Вот, встали. Еще раз. Вот так мы ее ловим. Левое плечо закрывает челюсть. Приподнято. Если люди бывают, обманывают, поднимают ногу, идет хайкик. Делаем. Вот. Я могу прикрыть. Я плечом закрываю челюсть. Важная часть. Поэтому закрываю вот здесь еще раз. Бам, поймал. Когда я ногу уже поймал и чувствую уже уверенность, я тогда могу сделать шаг назад. Чуть-чуть. Хорошо? Вот. Делаем несколько вариантов из этого. Вы сейчас будете работать, тоже делаем несколько вариантов. У нас всего лишь работа час будет, да, после разогрева, когда все работает. Поэтому делаем несколько вариантов. Я вам покажу несколько вариантов от пушкика. Раз пошли, первый пушкик, раз поймали. Теперь я делаю небольшой шаг назад, небольшой. Про заднюю ногу. И вытягиваю левую сюда, на удар. Я его вытягиваю и бью тогда. Я бью тогда, не тогда, когда я бросил, и уже у него нога на полу. Уже слишком короткая дистанция будет, чтобы бить. Я его должен бить тогда, когда его нога, он в падении. Его масса тела идет уже вперед. Срывается дистанция, и в этот момент я бью полуаперкот, полубоковой. Я не бью боковой, потому что рука будет здесь. Я не бью чистый аперкот. Я не бью чистый аперкот. Я бью наполовину, между рук. Еще раз. Бам, вытяну, бум, сразу, вот, между рук. И правой рукой я догоняю еще раз. Раз, бам-бам, фу, колено. Вот эту комбинацию делаем. Левый аперкот, правый прямой и колено в корпус. Также есть момент, еще один. Вытянули сюда, бьем в корпус. Люди наглухо полностью закрывают. Вот как он сейчас только что сделал, наглухо закрывается, зная, что часто бьют такой удар. Поэтому бьем в корпус. Что делать часто блокал? Сюда вытягиваем корпус. То же самое правый прямой и левое колено. И еще один вариант. Бьет корпус. Вытягиваем назад. Упс. Извиняюсь. Что? Поняли? Сюда вытягиваем. Раз. Вытянули чуть назад. Не отпускаем ногу, не выкидываем ее. Правую руку сюда закрываем, если чтобы он не бил. Не этой рукой, не той рукой. Вот. В то же время мы вытягиваем чуть в эту сторону и подбираем. Можете упасть на него, если с вами грязного ничего нет. Колено падаем на него, когда он падает. Боец, ты наверняка слышал о сети розничных магазинов Octagon Shop «Все для единоборств и фитнеса». И сейчас я тебе расскажу, почему же работать с нашей компанией намного выгоднее. Весь товар находится в наличии в 5 розничных магазинах, куда ты можешь прийти и померить его, а команда экспертов поможет тебе с выбором. Если в твоем городе нет магазина, у нас бесплатная доставка. Не подошел размер, мы продлили срок на обмен и возврат товара. Отсутствуют риски, ты оплачиваешь за товар при его получении. Нашел товар дешевле, мы снизим цену специально для тебя. И каждому покупателю бонус в подарок. Octagon Shop – твой путь к победе.